Кстати, он тоже жесткий, да? Как вообще твое мнение? Расскажи, что здесь происходит? Валентин. Что? Происходит мясо? Глимзе. Со мной рядом стоит Глимзе. Глимзе, расскажи, пожалуйста, что происходит на мясе? Пока что идет разогрев. Кстати, довольно долго почему-то. Что? Довольно долго. Довольно долго? В смысле, уже пора бы начать, по-моему. Как ты вообще готовился всю неделю, там, отжимался? Нет. Почему? Зачем? Ну как зачем? Палец на скролле, мышку нажимать сильнее будет. Не знаю, бегал вокруг центра? Нет, не бегал. Придает больше бегал уверенности при стрельбе. Дыхалку улучшает, когда со снайперкой стреляешь, и шифт зажимать не надо. Я не пользуюсь снайперкой. Почему? Кстати, вот давай вот так лучше камера, тут темнее. Ну расскажи что-нибудь. Расскажи вообще, как ты пришел воевать на чемпионате. Почему ты занимаешь всегда третьи места? Почему пенопласт тебя всегда обходит? Почему третьи? Вторые. Ну, вторые места. Хорошо, вторые. Второй после пенопласта. Почему после пенопласта? Почему пенопласт никак обойти не может? Ну его невозможно, в принципе, победить. Почему? Не знаю. Почему не знает? Значит, почему? Не знаю. Ну как ты не можешь победить пенопласта? Пенопласт, потому что он смертный. Не победим, неправда. Не в кого взять. Не знаю. Ты попроси у него уроки, тайный скилл. Ты вообще общаешься с ним, он тебе тактику рассказывает. Вот я видел, как он отжимался сегодня утром. Что ты делал? У него дома утром. У него палец серьезно накачанный. И он стреляет им как. На самом деле меня заставляют играть. Заставляют тебя играть? Да. Ты не хочешь, но тебя заставляют. Мой начальник заставляет меня играть. Кто твой начальник? Стас. Стас заставляет. Пойдем Стаса искать. А Стас вообще сам мясо, да? Стас. Да. Разве не видно по ландеру? Девушки с фотоаппаратом. Вы кто? Смайлики. Это смайлики. Расскажи про смайликов. Что, они абсолютно бесполезны. Ладно. Я на самом деле все тут полезны. Бобыром. Подожди. Да, пока все не началось. Привет. Ты участвуешь в мясном? Нет. Почему? Потому что я его провожу. Да? Да. Покажи, стой, я сервер тебя... номер 0. Почему? Ну потому что я... на меня нельзя зайти. Ну все, да ладно. Ехали курить. А, передавай привет маме, папе. Передаю тому, привет тебя папе. Тому, кто научил играть в Call of Duty. Я сам тому, учился. Кто научил тебя жать на мышку. Кто тебя научился? Я сам учился. Ты всему научился сам, а почему пенопласта ты обыграть не можешь? Научись. Потому что пенопласта учили. Хорошо. Кто ладно, передавайте всем приветы. Всем передаю привет папе пенопласта. Он его учил играть в калку. Привет. Привет. Пока. Пока.